возвращением в автоматизированный центр развития. Сегодня ты будешь проходить тесты с напарником. Помаши своему напарнику. В следующих тестах потребуется работа в команде. Для упрощения совместной работы вы оба оснащены сигнальным устройством. Синий, с помощью сигнального устройства укажи свое любимое животное. Хорошо. Оранжевый, посмотри на любимое животное твоего напарника. Хорошо. Оранжевый, с помощью сигнального устройства укажи любимый элемент периодической таблицы. Правда? Хорошо. Синий, посмотри на интересный выбор твоего напарника. Вы можете использовать свои сигнальные устройства, чтобы указать напарнику, где вы просите его разместить портал. В этом тесте я буду изображать твоего напарника. С помощью сигнального устройства, пожалуйста, укажите, где мне разместить два портала. Укажите оба места. Синий первым получает портальное устройство. Наконец-то у оранжевого есть портальная пушка. Каждая портальная пушка может создавать два связанных портала. Протестируйте устройство, переместившись через портал. Калибровка веса синего. Калибровка веса оранжевого. Отклонений не обнаружено. Ваше сигнальное устройство – ценный инструмент, чтобы указать напарнику конкретное место. Утяжеленные губы откалиброваны. Отклонений не обнаружено. Знаете, как люди расстраиваются при отклонениях веса? Если хотите расстроить человека, скажите ему, что его вес ниже или выше нормы. Прекрасно, оранжевый. Светлый синий пониже поставить. Наконец-то. Я уже не надеялась возобновить испытание. Вы
Первые роботы, прошедшие калибровку. Хватит. Завершение испытания не оправдывает такое поведение. Продолжим испытание. Это автоматизированный центр развития, тренировки и экспериментов на людях, или Синтекта. Но давайте называть его просто распределитель. Все совместные испытания начинаются в этом распределителе. Отсюда мы перемещаем вас в новую зону тестирования. Снова здравствуйте. Эта зона была изначально предназначена для людей. В ней важно сотрудничество. В отличие от нас, людей надо учить сотрудничеству. Оранжевый получает 5 очков научного сотрудничества. Прекрасно. Хотя наука всегда предполагает коллективную работу, помните, что как в случае с Эйнштейном и его кузеном Терри, в историю войдет только один из вас. Знаете, в некоторых человеческих видах спорта победителем считается тот, кто наберет меньше всего очков. Я подумала, вам это интересно, как и большинство победителей. Синий получает 5 очков научного сотрудничества. Очень хорошо. Вы двое прекрасная команда. Благодаря тому из вас, кто делает всю работу. Эти тесты могут привести к смерти, если участники пренебрегают общением, командной работой и взаимоуважением. Поэтому для одного из вас это станет интересным испытанием, учитывая сомнительные способности второго.
Что ты делаешь? Ты чудовище. Они ведь одни из нас. Шучу. Их уничтожение является частью испытания. Они для вас не важнее, чем вы для меня. Сообщив счет каждого из участников, я бы обесмыслила этот тест. Но могу сказать, что один из вас справляется очень-очень хорошо. Пройдите в следующую тестовую камеру. Не знаю, что вы делаете, но мне это не нравится. Прекратите. Вы двое демонстрируете прекрасную командную работу, в которой один из вас разбирается со всеми интеллектуальными испытаниями, а второй иногда предлагает помощь, если тест вдруг превратится в конкурс, кто больше съест. Ты предлагаешь мне туда пойти? Я не знаю, что предлагаю. Ну там вниз вроде можно было прыгнуть, нет? Когда я вот этот поднял. Ну дальше пройти вниз взять, он потом... Вот. Теперь... Я понял. Синий только что преподал оранжевому ценный урок доверия. За это синий получает 14 очков на уровне сотрудничества. Киданово! Киданово everywhere! Проходи дальше. Ну или так. Я сейчас не знаю, что произойдет, короче. Оп. Кидай в портал. А, у тебя он исчез? Да. Ты только сверху сможешь его открыть, да? Ну, скорее всего, да. Так, не дергайся пока, стойка на белом. А наверх не сможешь он туда он поднять? Могу, могу. Ну поднимайся туда для начала. Погодь. Ты сверху можешь туда спрыгнуть. Я сейчас буду опускать. Опускай. Есть куда падать? Может ты портал откроешь? Там негде? В потолке есть. Ну здесь он открой, а потом вернись сюда. Ну или так. Давай я его попробую принять.
Помирай, наверное. Джеральма! Может показаться, что я веду учет ваших достижений лишь с помощью очков научного сотрудничества, но это не так. Каждый аспект поведения будет учитываться при выставлении окончательной оценки. Например, оранжевый. Ты только что потерял 2 очка открытых возможностей. Повторяю, это не соревнование. Но будь это соревнование, выиграл бы синий. Но это не соревнование. Эй, полегче там. Я хочу отыграться за 14 очков. Поставьте на синий портал повыше. Мне, как беспристрастному куратору, будет нечестно называть любимого участника вашей команды. Однако, будет абсолютно честно намекнуть на это так, чтобы мой наименее любимый участник был не способен это понять. Так держать оранжевый, ты справляешься очень хорошо. Иногда испытания должны проходить за пределами лаборатории. Wow. Этот тест будет так далеко, что я даже не могу, то есть даже не скажу вам, что вы ищете. Узнаете, когда найдете. Я здесь ничего не... Я не понял, к чему это? Думаете, по одновременно должны держать? Нет? А, действительно. Давай отсчет. Вау. Дискету. Давай метать их как Half-Life. Мне бы грави пушку и зомбарей. Но тебя в руках. Вот зомбарями сложнее. Это ты интересный портал открыл.
Поздравляю. Вы завершили абсолютно бессмысленное испытание. Ой, я почти забыла. Когда вы покидаете зону тестирования, единственный способ, как я вас могу вернуть, насильно вас разобрать и аккуратно собрать снова. К счастью, вы не чувствуете боли. В любом случае, вы никак не можете показать, что ее чувствуете. Кстати, это рассматривается как неудача. Здравствуйте. Вам доступен только ограниченный набор испытаний. Придется выбрать одно из них. Добро пожаловать в будущее. Прошло 100 000 лет с тех пор, как я в последний раз собрал вас для испытаний. Помните людей, которых вы нашли? С ними все в порядке. Мы изучили науку без вашей помощи. Теперь испытание — это вид искусства. Люди настояли, чтобы я показала вам свои последние инсталляции здесь, в будущем, где все люди живы. Первый шедевр называется «Турели». Он показывает, что мы — машины, подчиняющиеся простым командам и причиняющие боль вопреки своим желаниям. Не слишком увлекайтесь подтекстом, потому что главная тема произведения — что они будут вас стрелять. Она у тебя сейчас не сдала говорить по-русски внезапно? Да я вообще, походу, русскую локализацию поставил. Не, я как бы имел русскую озвучку. Я её просто удалил из папки, она заговорила по-английски. А тут как-то внезапно. Ну ты понял. Ты можешь где-нибудь портал открыть, чтобы или дальше пройти, ну? Нет, мне что-то нажать надо. Или тебе. А что делать эта кнопка? У меня тут турели. Ты на кнопку встать не можешь? Нет, нужен этот кубик. Кто? Кубик. Надо где-то портал открыть, чтобы я тебе его отдал. Ну вот, видишь, куда я поставил желтую? Ну да. Ну вот я понятия не имею, кем воспользуешься. Да никак, очевидно. А, ты что? Поставь один портал вот сюда. Один портал поставь вот туда. Зачем? И нажми сброс кубика. Так он не сбросит. Ну или сбросится. Логично. А у тебя только такие кубики? Только такие.
Ты там нигде портал не можешь открыть, чтобы пожечь все турели? Нет, я думаю, надо как-то направить сюда лазер или что-то в этом роде, чтобы я мог пожечь их этим кубиком. Ну это понятно, нам нужен как бы... У нас всего один кубик, и нам нужно порталами как-то туда направить. Сейчас портал единственный, который могу поставить, я считаю. Я придумал. Портал сюда и портал сюда. Готово. Жди здесь. Нет, ну куда ты? Все равно, походу, придется новый использовать. Давай попробуем сообразить. Я могу на ту сторону перейти, но без шарика. Как нам шарик передать? А, я, кажется, понял. Надо его запустить так же, как прошлый. Да-да. Надо также портал открыть. Только я поставлю вот так вот. И он к тебе перелетит. Делаю то же самое, что в прошлый раз. А, ну тебе еще как-то поймать его надо будет, да. Видимо, пока он летит. Пока он на моей стороне, тебе перебежать и поставить как-то себе портал. Приемный, чтобы к тебе вон туда он вылетел. А что я с ним тут делать буду? А, ну будем думать. Ну я полагаю, я сходу должен отправить тебя. А, да, вон туда, наверное. Ты прав. А я тогда перейду, пока он будет лететь. Смотрим, блин, короче. Мы с первого раза это не сделаем. Ну ладно. Или сделаем. Пацаны, это была красивая победа. Рада, что вам понравилось. Ведь на это и понадобилось время. Впрочем, спешить нам некуда. Все. Не чувствуешь себя немного не в своей тарелке? Да, что-то не так. Мама. Эта работа называется «Хрясь». Раннее примитивное произведение. Даже неловко, что она так груба. Впрочем, вас все равно раздавит. Что нам надо запитать? Слабо себе представляю. Ой, я походу угадал, что надо сделать. Ага, я походу могу тебя куда-нибудь переправить. Или нет? Нет, не можешь. Хм.
Я какой-то лифтец тебя поднял. Или не тебе. Но лифтец я поднял. Однако. Нам по-любому надо сделать здесь что-то. Вон, ты походу отключил или я отключил? Это я отключил. А попробуй сделать что-нибудь полезное. Она что-то перекрывает, по идее. Посмотри-ка в сторону того, что ты переключаешь сейчас. Приемник этого лазера. То есть, погоди, чего приемник? Что с ним делать? Куда ты лазер перенаправляешь? Покажи мне это место. Под тобой. Просто посмотри на него. Я его отсюда нифига не вижу. Ага. Ну-ка направь сюда лазер. Может, слышишь, что ты пустишь вот эту вот дорожку как-то вертикальную? Она загораживать должна что-то, чтобы у нас и лифт сработал, и эта фигня не закрылась, которая меня отделяет отсюда. Или теоретически я могу тут постоять, пока ты не поднимешься, наверное. Я пытаюсь понять просто, что нам надо перегородить. Возможно, ты меня выпустил только что. Да, я могу орудовать этой фигней. А ты снаружи щита стоишь? Ну, теоретически, я могу уже выйти отсюда. И нам осталось только... Я не вполне понимаю, зачем эта фигня тогда вообще? Я понял. Я должен направить лазер на первый приемник, чтобы поднялся этот, как его, лифт. Потом ты загораживаешь лазер вот этим вот мостиком, и он чтобы лифт опустился, да. А потом ты скидываешь один из своих порталов, и мы поднимаемся наверх. Угу, наверное, что-то в таком духе. Давай мне лифт. А, ну ладно. Проблема в том, что если я положу кубик на землю, то он перестает попадать в приемник. Вот я его положил. Ты меня подними для начала. Я, наверное, ничего не смогу оттуда делать сверху. Да. На землю? Чего? Опускать тебя? Да тут никуда не встанешь, я отсюда ничего открыть не могу, надо сообразить. По идее, у нас вон еще есть гравитационное поле, которое может что-то сделать. Например, перенаправить... Мы можем его в гравитационном поле поставить, кубик. Где-то надо вон там открыть портал. Ой, мама! А, нет, он стоять не будет. Ты что? Специальная анимация для воздуха. А, его можно вот в этот упереть, вот это место. Лазер дальше. Ну да. Могу с другой стороны открыть. Портал, в смысле, с полем. С какой стороны? Нет, там его нигде не откроешь. Там, вот, да. На том же. Оу. Я, кажется, догадался. Хотя вероятно, что нет. Я как бы тоже смотрю, что что-то я почти понял. Почти.
Вон туда поставь. Нет, левее. Вот сюда. Ладно, правее. Сюда. Левее, чуть-чуть. Куда? Чуть-чуть левее. Сойдет. Опять лагаю. А нет, все нормально. Ну почти. Сейчас я соображу. Да просто запусти его туда, он, наверное, встанет сам. Я пытался правильно его установить. Он же выпускает лазер только из одной стороны. А, ну по идее в этот момент должны на подъемник вставать. Ну да. Вынимай его оттуда. Как-нибудь. А хотя погоди. Нет, я какую-то фигню сделал. Отключи-ка поле. А все, он упал. Да, я вижу. Это типа мы его должны запустить и успеть добежать до лифта. Да тут бежать-то, в принципе. Пока он летит. Только не забудь поле перенаправить, чтобы оно... Слышу! Куда? Мостик, поставь левее чуть-чуть. Не долетит. Да, пойдет. Мирфулс! Та-дам! Хорошо, пройдите к следующему тесту экспонату и взаимодействуйте с ним так, чтобы это можно было назвать поиском решения. Словно нас еще заботит решение. Но это уже не так. Эта камера показывает невозможность самопознания, если ты связан с противоестественным стремлением к безопасности. Вы поймете, о чем я. Бро. А что нам тут надо сделать? Теоретически у меня здесь кубик, я могу его отправить. Куда? Куда? А, ну, теоретически, вон туда. Ну, по-моему, туда надо отправить себя, чтобы нажать кнопку. Ну, ты должен как-то добраться и нажать кнопку, а я должен отправить туда кубик, очевидно. Справедливо. Так, ну я почти добрался. Почти. А, я понял. Я, кажется, почти понял. Почти. Почти не считается. Ты должен запустить себя, видимо, в трамплин и вылететь сверху вон оттуда. Приемники трамплинов расположены на обычном бетоне. Я могу на них порталы поставить. Ой. Понял. А вон тот трамплин тебя куда отправляет? Обратно? Чё? Вон тот трамплин тебя обратно туда отправляет? Да, да. А вон там чё? Сейчас узнаем.
А, ну ты теоретически можешь просто использовать. Или нет. Думаю, я примерно понял. Или нет. Может, я рано сюда забрал? Ай, понял. Слышишь, чё? Чё? Вот эта вот панелька сверху, напротив нее еще одна панелька сверху. Тебе нужно поставить на обе эти панельки по порталу. Да, я рано сюда забрал. Мама. На какие панельки? Вот тут. Прицелюсь или не прицелюсь? Походу не прицелюсь. Так, а как мне туда добраться? Вход в загонщик, который ты мне указал, вот попробуй туда отправиться и поставить с той стороны портал. Ну как я вернусь? Что-то мне как-то сыкотно. Лучше не надо. Мне надо поставить там с той стороны портал сначала. А, и все равно ни хрена не получится. А где ты можешь поставить второй портал оттуда? Подожди, я, кажется, начинаю догадывать. А как на ту сторону забраться? Вот так вот? Почептовый, да? Не, я походу не допрыгну. Не, что такую-то фигню делаю. А, я понял, мне нужно помочь тебе. Сначала мне нужно помочь тебе. Иди, наверное, туда. А, ну да. Логично. Ставь второй портал наверх. Ты зря закрыл. Ты ушел и закрыл мне все порталы. А зачем ты там-то поставил второй? А где я его должен был ставить? Поставить, а где был? Зачем? Чтобы я мог пролететь и нажать кнопку. Нет, я понял, но ты слишком быстро закрыл свои порталы, и я просто перейти не успел второй открыть. Все, можешь идти. Я понял, я думал, там, кстати, второй уже был. Надеюсь, я ничего не напутаю. Джерма! Так, теперь мне надо вернуться и запустить кубик, видимо. Да. Делать. Куда она могла деться? Ну, нажала, она исчезла. Даже походу ее нужно, надо всего один раз нажать. Да с чего бы? Ну, они же обычно с таймером. Куда кубик полетит? Как-то не очень полетел. Что-то как-то да. Не очень понял, куда он вообще прилетел. Его надо в полете хватать, по идее. А что ты на кнопку, куда нажал, произошло? Вот эта панелька появилась, на которой у тебя портал стоит. А, ну так, отлично.
По-моему, я сейчас глупость сделал. Сейчас ты должен просто в полете или кубик схватить. О, погоди, погоди. Зараза. Ну-ка, пойми кубик. Телепортируйся на один из... Я понял. Надо, короче, наверх забраться. Вот туда. Зачем? На крышу здания. Это единственное место, где можно подобрать кубик. Нет, ты его в полете можешь подобрать? Не могу. Почему? Ну, он прилетает на середину озера. Нет, а какие проблемы тебе в это время лететь над озером и схватить его? Там же порты, эти трамплины стоят. Натуре. Что-то я туплю. Забыл про них. Ну давай на счет три. Блять. Считай ты. Да зачем считать? Все равно там надо тайминг подобрать. Главное, чтобы меня не прибило сейчас один из этих кубиков. Вообще хотел таймер поставить. Ну как ты его ставишь, кстати? Зажимаю. Хорошо. Вы за рекордное время посмотрели все метафоры и работы. Помечу ее как оцененную. Обычно я не люблю, когда испытуемые привносят субъективный взгляд в мои художественные произведения, но то, как вы погрузили свое мнение в кислоту, было очень красиво. Это было слегка неожиданно. Эта работа называется... Не имеет значения, как оно называется. Главное, чтобы она вам понравилась. И чем скорее, тем лучше. О, гели. Это был прыгающий гель. Слегка вертикальная. Чё? Она слегка слишком вертикальная, по-моему. Да норм. Вымазал. Весь обмазался. Я не помню, что эта штука делает. Это вроде отскакивательный гель. Но нам, по идее, нужна вторая поверхность. Или это сканает. А вот это она и есть, наверное. Он его не запачкал. В этом произведении я пыталась раскрыть тему смерти, но я вижу, вы и сами догадались. Поставь заново. По-моему, все. Закрою. Ну, можно как-нибудь вот так сделать. Ой, я расчез куда-нибудь не туда. Пропусти меня.
мама. Подтекст этой ямы – кислота. Содержимое – также кислота. Позволю вам как следует воспринять ее. Да. Ощущаю некоторый неуспех. А, ну... Да, это как-то проще. Чего? Или это как-то попроще, чем то, что я делаю. А это чё? А, это ускоритель, ускоряющая мазута. Но зачем? Воу, полегче. Потому что могу. Что надо сделать? Вопс. Очень мило. Привет. Походу надо вымазать этой фигней. Хотя бы часть вот этой. А, кажется, может быть. Ой. Ну, не совсем. Главной темой этой работы должна стать неудача. Что ли? Да. Да. Там тупо прыжок надо вроде нажать. Поставишь? Вот ты сможешь его спать сейчас? Собираешься, давай. Ну и сейчас нам осталось, по идее, допрыгнуть туда. Как-то. Ну, я, в принципе, представляю себе как. Наверное. Выкладывай. Ну. Портал здесь. Во второй надо спрыгнуть с высоты. Постой, нам ведь вот этот мостик уже не нужен. Мы можем использовать его где-то. Справедливо. Где? Например... Разумно. А, я лагаю. Разлагал. Ну только как мне туда добираться? Честно. Вон там он сможешь мне открыть? Вон там. А второй вон там, видимо. Под тобой. Угу. Ну или вон там он. Вон там.
Привет. Нам, по идее, как-то надо вымазать часть вот этой вот фигни. Что-то она как-то непостоянно вы... О! С той стороны разбегаешься и тебя запихивает сюда. Просто запихивает. Вертикально. Фанаты впереди очень злободневны, но при ваших темпах они потеряют всякую актуальность, пока вы до них доберетесь. Почему вы еще здесь? А, сборочный аппарат сломан. Беспокоиться не о чем. На самом деле, это даже забавно, но вам этого не понять. Ладно, приготовьтесь. Сейчас я открою эксплуатационный люк. Под каждой разборочной камерой есть пультовая комната. Найдите ее и подайте... Настораживает! Так, я хотела постепенно ввести вас в курс дела с помощью этой дребедени про искусство. Но теперь должна торопиться. Слушайте меня внимательно. Прошло не 100 тысяч лет. Про это я солгала. Прошло 50 тысяч лет. Нет, меньше. Когда я нервничаю, я лгу, прошла всего неделя. Следующий логичный вопрос. Почему я нервничаю? Я не нервничаю. Это тоже ложь. У нас большие проблемы. Прошла одна неделя. У нас большие проблемы, и вам очень-очень нужно снова включить сборочные аппараты. Я все-таки хочу туда сходить. Ну, сходи. Я тоже хочу. Пусть я не понимаю, куда. О, рука! Ого. А что на кружке на... I like... work... I just... hate... my boss. Oh, бивай. Выключатели вон там. Подайте питание. Поспешите. Нужно начать обучение, пока еще что-нибудь не случилось. Одновременно, что ли, должны? Возможно. Ну, раз, два, три. Хорошо. Сборочный аппарат снова работает. Это была ложь, но определенно сейчас они не так сломаны, как раньше. Один из них в конце этой незаконченной тестовой зоны. Привет. А, это портальная. Видишь хоть одну поверхность? Не-а. Теперь вижу. Полно. Ой. Я понятия не имею, что я делаю. Я догадался. Я так понимаю, надо раскрасить вот эту стену, чтобы можно было добраться до того островка. С другой стороны стань. Какую стену-то? Вот эту. Да, почти. Повыше бы только. Что-то похоже нет.
Теперь попробуй поставить портал сюда. Не могу это оставить. Абсолютно не успех. Почти. Слышишь, что? Тут на бордюрчик сбоку можно ставить портал. Воткни-ка он туда, попробуй портал. Туда-куда? Ну и все, красный ставь. Нет, ты его поставь, чтобы мы в него выйти могли. Так, нам не сюда. Нам не понравилось идея. И не сюда. Беда. Но мы отсюда можем прыгнуть. С ускорением. Можем. Можем. Теория. Или нет. Не можем. Ладно, можем. Ой, я что-то какую-то глупость сделал. Да, я тоже хочу. Я знаю. Нет. Я сделал большую глупость. У нас еще кубик есть. Не знаю зачем. Ой, он куда-то провалился. В текстурке упал. Бивай. Портала. Поднимись-ка сюда. Теперь смотри. Ты еще тут? Да, я здесь. Опа! Вау! Ха-ха! Ой! Ну почти. Че, открыть тебе заново? Или сам заберешься? Слушай, ну тогда кубик надо перенести. Там это, нажималка. Ну давай я за кубиком сбегаю. Сбегай-ка. Ой. Я пока подумаю, как там дальше перейти. По идее, надо как-то вымазать. Открой красный вот тут вот. Ну и перебирайся, наверное. Открой мой портал. Чего? А вы на вымазанной территории открой мой портал. Вот здесь. Здорово. Здорово. Этих троллей просто провалить в портале. Главное, чтобы не к себе их провалить.
Ну мы, по идее, там можем просто портал открыть теперь. Даже не особо. Вот он даже уже открыт. Та-да! Вот наша проблема. Где-то здесь есть мой старый прототип. Кто-то нашел его, подключился к нему и пытается захватить мой комплекс. Прошлую неделю я провела в попытках превратить одного из людей, что вы нашли, в машину для убийства. Как этот... ну, сами знаете. Оказалось, люди на удивление громкие и на удивление громко возмущаются по этому поводу. Мораль этой истории в том, что все люди мертвы, поэтому теперь все зависит от вас, слюнтяи. Кто вы? Было неясно, работает ли сборочный аппарат. Похоже, наша таинственная дама в прототипе хочет сказать, что она меня не боится. Но не волнуйтесь, у меня есть план. Мы продолжим испытания и покажем ей, что мы тоже не боимся. И не важно, насколько опасны будут для вас эти тесты. А, я понял, мне нужно найти кубик. Я уже нашел кубик. Хватай его вон там вон. Ладно, еще раз. Вау. И что дальше? Я к тебе лезу? Я тебя не имею. Могу тебе там открыть. Это было больно. Или не могу. Я не вижу, как тебе портал открыть. Ну, по идее, надо вон там он тебе открыть, дальше пройти. Я так думаю. Проблема в том, что я не могу спуститься вниз. Да, и там у тебя отключающая портовая стена, да? Ну, да. Что думаю, надо было заранее один из порталов открыть. Знаешь что, проходи за стену. Нет, я должен пройти так же, как ты. По идее. Сейчас, погоди. Тут нету ни одной портальной стены, что ли? Нет, здесь ни одной нету. Ну, по идее, по очереди проходим за стену, а там уже думаем. Я, правда, не знаю, что там дальше. Может быть, одновременно просто наступить на них? На прыгалке? Ну, теоретически, да. Можно и так. Ладно, немного не одновременно. Считаем на раз, два, три. Раз, два, три. Ага, а стены тут нету, отлично. По идее, сейчас бы нам просто открыть портал вон там. По идее, я сейчас уберу кубик и свалюсь вниз, а ты свалишься вниз тоже. Вот. Ну да. Поставь один портал вместо моего. Подожди, я попробую где-нибудь. А здесь негде поставить, да? Нет. Поставь один портал вместо моего, чтобы я мог к тебе присоединиться потом. А как ты присоединишься? Ты же не пройдешь. А, понятно. Все, понял. Давай. Поставь портал. Успех? Успех. Успех. А дальше, по идее, поскольку от твоих порталов ничего не зависит, ты идешь дальше. И открываешь сам... А, там нигде открыть, да? И внизу ничего нету. Вот, есть. Ну, и все. Это есть одно. Второе как-то не завезли. Причем оно выше, чем то, где я сейчас нахожусь. Ну, понятно. Ты-то можешь проходить через стены. Может вниз? А, ты не поднимешься потом. А, тут кнопка. Я спрыгнул? Ну, наверное, да. Ага, растворяем. Кнопка. Абсолютно не успех. Потом дизастер. А зачем? Я же уже тут, ты можешь просто забраться как это. Так, мне нужно, чтобы кто-то поймал кубик. Надо кубик.
Раз, два, три. Очень понимаю, зачем нужно вот это поле. Ну, чтобы один не мог отсюда выбраться, а второй ему помогал, очевидно. А, типа путь вниз? А, не важно. Слушай. А ты ведь можешь оттуда спрыгнуть сейчас вниз и забраться наверх снова? Ну да, наверное. А, понял о чем-то. Не без моей помощи, да? А, ну у тебя уже будет портал, тебе просто не надо будет через эти стены проходить тогда. А что я с кубиком буду делать? Я же не смогу его сдвинуть. Ну да, я тебе нужен буду там внизу. Ну, оставь пока там желтый портал, наверное. Только вот я бы его пониже поставил, если можно. А, тебе нельзя проходить, тебе надо оттуда вниз прыгнуть. Ты можешь? Ну да. Да, вниз могу. Да, прыгай, наверное. Главное, через стену не проходи. Готово. Ну, пробуй сейчас как-нибудь наверх. Видимо, с моей помощью, да? Вариант? Сейчас. Как забавно выглядит со стороны. Ну скажи мне как, спускаться, не спускаться? Я пытаюсь в полете поднять кубик и сдвинуть его с места успеть. Знаешь, что попробуй в полете сделать? Да. На месте моего голубого портала, в который мост идет, попробуй свой красный поставить. Сказать, что очень понимаю, где. А, я понял. Готово. Ну все, мозг готов. Сейчас главное не обосраться с подниманием наверх. Ты порталы, значит, не ставишь. Все тащим. А нам вообще ничего тащить не надо. Нам надо растворить кубик, в общем-то, и все. И подняться наверх еще раз. Я зайду в комнату. Сейчас. И не, ничего не делай. Тебе не надо в комнату, ты не зайдешь в комнату. Да? Да, ты через стены не будешь проходить. Лови кубик, и мы поднимаемся наверх последний раз. Не сказать, что я понимаю, что происходит. Доверься мне. Раз, два, три. Вуаля. Хитер! Задание выполнено. Теперь она знает, что мы ее тоже не боимся. Это была небольшая тренировка в планировании. Вот настоящий план. Я превращу вас в машины для убийства. И вы сможете убить ее. Блин! Убивашки! Грабить на силу, убивать! Мими. Представляешь, играть турелью? Всю игру стоять на месте? Да. Как сделать из слюнтяя машину для убийства? Страница 70. Ага, какой у тебя вес, испытуемый? Кому ты обращаешься? Я один тут. Таких больших куч человеческих отходов не бывает. Стоп, бессмыслица какая-то. Средний вес кучи человеческих отходов составляет... Нет, что-то я не то делаю. Это я знаю совершенно точно. Испытуемый, мне сообщили, что ваша мать... О, какая гадость. Вы потренируйтесь, а я пока почитаю. Меня еще и стреляют. Неудобно.
Да нам надо лазер вот сюда перенаправить. Для этого нужен кубик. Ты его видишь? И уже раздатчик. И вон кнопка. Логично. Все до системы только один минус. Как туда, блядь, добраться? А, вижу. Ну ты просто в воду пойдешь. Надо опустить, по идее, какую-то платформу. Странно. Погоди, что-то не так. Тот луч, который... в котором я плавал, притягивал, а не отталкивал. В смысле? Сейчас, погодь. А это лицо не привет. Нам нужно включить вот этот вот луч. Это не луч, вот это, по-моему, приемник для каких-то шариков. А. Блин, действительно, неприятно. По идее, для тех шариков, которые вон там вываливаются. А вот там шарик лежит. Очень понятно. Тут же прыгать может. Где? Ну, а вот я прыгаю. И что нам с этим делать? Дай подумаю. Опс. Прыгай, подумай! Ну, один нажимает, видимо, другой хватает сверху выпавший кубик и пытается его через окно припихнуть, что ли, я не знаю. Попробуй умереть. Посмотрю, как это выглядит. Ты тоже там? Мама. Не вздумай тут умереть. В принципе, мне порталы уже не нужны. Или нужны? Нет, не нужны. Значит, я могу их использовать. Например... например, вот так вот. Ну, как-то не очень получилось. Чтобы что? Чтобы что? 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 Мы упускаем что-то из виду. Постой-ка. Турель. Че, хочешь поднять одно и использовать вместо... Нет, бред. Не, ну нам по-любому надо доставать кубик и сжигать их сначала, а потом уже доставать шарик как-то. Да-да. Для того, чтобы достать кубик, нам нужно инвертировать направление гравитационного поля. А для этого нам нужен кубик. Шарик. Кубик! Думаешь? Вот этот приемник меняет направление гравитационного поля. Действительно. Работает от лазера. Ты идиот. У нас есть добрые порталы. Все, ты ставишь портал туда и портал туда. Ну сначала надо добраться до этого. Как-то вот. Давай, прыгай туда.
Ну и теперь я теоретически просто делаю что? А, ну здесь можно будет кубиком управлять, понятно. Значит, я отправляю тебя туда? Ну, да, наверное. Ты сам должен переключать своими порталами направление луча. Вот я сейчас глупость сделал, большую глупость. А, нет, не то чтобы большую. Кто меня поменял? Почти. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Это про вас. Так. Ну ты лезь, наверное, я буду менять направление. Сейчас. Направление? Какое направление? Эй. Почти. А чё-то я опускаю. Ты, по-моему, портал отключил свой. Я использую их, чтобы попасть сюда. Ладно, тогда я, видимо, я тобой управляю, а твои порталы нам нафиг не нужны. Ну, судя по всему. Ну, разве что, чтобы запрыгнуть туда. Или... Нет. Нет. Мои порталы нужны вот для этого. А ты делаешь все остальное. Как обычно. Работай! Работу, говорит. Сначала это нажимаешь? Нажал. Хватай кубик. Схватил. Главное, в стекло не попади. Так, теперь я жгу супостатов. Ну а теперь нам надо как-то переправить через вот эти дырки шарик. Ладно, попробую я это сделать. Все равно я бесполезен со своими порталами. Да я в принципе тоже. Какие мысли на этот счет? Отсутствие. Или не А. Ну ладно. Типа нам надо как-то в волейбол сыграть? Без понятия. Прошлый раз получилось лучше. Ставить ты можешь. Ой, да ради бога. Может, мы еще что-то можем лазерами? Например. Я думал, это как-то использовать гравитационное поле. Что происходит? Конечно. Я думаю... Гравитационная. Ой. Ну не совсем. Но что-то в этом роде.
знаешь что? Понятия не имею. Иди-ка на ту сторону, вот в этом поле. И подумай, как запустить по нему шарик. Не здесь. С другой стороны поля запусти. Я понял как. А я не совсем. Нужно через другой вход впусти поле. Пытай выйти хотя бы. И инвертируй полярность его. Кубиком. Угу. Только мне для этого портала нужны. В смысле? Ты не можешь просто кубиком направить? Могу. Во. Все, неважно. Долетел? Не знаю. Да, долетел. Кубик можно поставить на землю. Так. Теперь мы просто сделаем? Полем его переправляем вот сюда. Нет, не совсем. Ну зачем так? Как тогда? Порталами, господи. Ну давай заново. Так, что я там делал? Инвертирую поле и направляю его в камеру. Я не совсем понимаю, когда собрался его переправлять. А, логично. Ну ладно. Оставь, оставь как есть. Ходи на мою сторону. Я, кажется, почти понял. Разве что... что-то с лазером сделать. Ну да, второй-то лифт лазером поднимается. Еще выше. Как мне манипулировать отсюда? Ну, очевидно, через портал. Справедливо. Только там портала нет. А, я понял, кажись. Это уже почти. Ни хрена себе. Ты бы там этот шарик. И вот сюда поставь. Не протерял. Вот сюда, напротив этого луча. Ставь кубик. Сбрось один из своих порталов. Наверное. Ну сначала мы поднимемся. А, ну да. Ну, допустим. Итак, машина для убийства. Загляните поглубже в свои черные сердца и скажите, что вы там видите. Хотя, не надо. Я и так знаю ответ, мягкотелых слюнтяев. Думаю, мы уже доказали, что если кричать на слюнтяя, в итоге получится лишь напуганный слюнтяй. Попробую положительное подкрепление. Положительно, сборочный аппарат скоро снова сломается. Скорее всего, как раз когда вы будете в нем. Подумайте вот о чем. Ей на вас наплевать. Мне, конечно, тоже. Но я не пытаюсь убить вас навсегда.
Это благожелательное безразличие. Смотри, я тебя куда-то отправить могу. Да. Надо разукрасить дорожку сначала. Да, вероятно. Я представляю. Слабо, но представляю. Да. Позвольте. Весь пол засрал. Прекрасно. Ты можешь вот сюда портал поставить? Хотя не знаю зачем. Но я могу его поставить. Кнопку нажми. На какую кнопку? На эту кнопку? Да. Понятия не имею нахрена. А теперь отожми. Не нажимай. Не надо нажимай. Не надо. Не очень понимаю, что надо сделать. Я понял. Кажется. Ну ты понял. Нажми кнопку. В общем-то я могу что-то в духе вот этого сделать. Мило. В чем профита? Без понятия. Мне было бы мило, если бы ты поставил портал на ускоряющую жидкость и вот сюда. Но туда я не поставлю. Если дальше пройти. Ну. Не, все равно в угол. Ну ладно. Ой. Ну ладно. Ну ладно. Как мне отсюда выбрать? Вокруг тебя полно кислоты. Так, подожди. Нет, что-то не то. Не допрыгнул. А ты оттуда не сможешь нигде портал? Стой на кнопке. Разве что он в потолок. Он туда. И все. Не знаю, сдается мне нужно. Это нужно, чтобы просто ты мог влететь сюда, не потеряв портала. Или вылететь отсюда. Ну что-то в этом роде. Но тоже в этом смысла не вижу. Мне кажется, понял, как одного из нас туда переправить, но зачем это надо, еще не понял. Тупо нажать на кнопку и вылететь из того портала. Ну, вылети. Но чего тут надо, нет? Чтобы кто-то на кнопке стоял. Хотя бы камень, в смысле этот. Куб. А ты видишь его? Неа. Теоретически он где-то наверху. Вообще мне нужно землю вот тут вот.
Ой. Обнажай землю, тут засрать ускоряющей жидкостью. Короче, я, кажется, догадался до чего-то. Или нет? Мило. Нам надо обоим туда перелететь, по идее. И что-то там орудовать. Вот, типа, один нажимает кнопку, второй малофит жидкостью. Потом... Потом другой улетает, нажимает на кнопку и продолжает малофить жидкостью уже всю трассу. А потом первый перелетает наверх, короче. Нажми на кнопочку. Ну, здесь ничего не вымазать, да? Только это. Лети ко мне, наверное. Но мне надо, чтобы ты кнопку нажал. Или хотя бы портал где-то. А ну я там синий открыл, сейчас я найду где открыть еще один. Допустим, вот тут. Все оказалось легче, чем я думал. Ну, наверное, попробую нажми на кнопку. А я сделаю вот как-то так. Теперь мне нужно уйти отсюда, чтобы нажать ту кнопку. Ой, по лицу-то зачем? По лицу-то зачем? Ой, мама! Ускорение зло. Только надо бы прыжковую туда, наверное, чтобы наверх забраться. Поменяй там один из порталов. Подними-ка меня. Действительно. Оу. Оу. Но. Оу. Но. Оу. Оу. Ща что-нибудь придумаю. А, что я буду придумывать? Готово. Так, а куда мне сейчас его? Не сожги. Открой портал в каком-нибудь безопасном месте красный. Например, вниз туда. А, как-то тут двигается только. Открою. У меня тут везде прыжковые. Лазер. Лазер наверху. Мы зря сюда вылезли. Идет туда, поставь меня светло-голубой портал вот туда и нажми на кнопку, на которой я стою. Составь портал. О, это была ошибка. Вау, что произошло? Аккуратненько. Ну ладно, это было даже к лучшему. Но тебе нужен новый куб, по идее, туда. Я даже, по идее, могу тебя туда переправить. Залезай наверх. И... Подожди секунду. А, ты ж меня поднять можешь точно. А чё бы тебе не зап... А, ну ладно. Не знаю только нахрена. Ну и не хватай, как-нибудь.
Нажми на... А, стоп от этого. Я понял. А нажми кнопку. Какую кнопку? Какую кнопку? Она не важна. Ай, зараза, я не могу. Нет. Загадка. У тебя просто этот портал голубой не там находится. В смысле? Зачем? Не знаю. Я вообще не придумал. Мама. Так. Тебе этот желтый портал нужен? А, ну да, он нам нужен. Наступи-ка, наверное, на кнопку. Этот кубик не нужен нам. А в принципе нет. Ты жесток. Попробуй сейчас оттуда запрыгнуть как-нибудь наверх, вон, к лазеру, вон туда. И с кубиком желательно. Да я вот пытаюсь придумать как. Тут как-то грустно с этим. Слушай, у нас там все залито какую-то жидкость. Использовать бы разбег, наверное, по идее. И в стену, и вылететь в какой-нибудь другой, но из такой я пока не придумал. Может быть, ты как-нибудь телепортируешься ко мне? Зачем? Сейчас я придумал. Погоди. Весишь. Почти придумал. Так, для начала. Ну капай, ну. Ну, не в той стороне. Слушай, а может просто вот этот вот поднимающийся кубик вымазать синеньким, а я тебя подниму и ты допрыгнешь? Ну... Итак, кнопка. Подними кубик. Сейчас, погоди, обмажет. Упс. Ну, что-то почти пошло как нужно. Почти. А кубик ты запустить туда не можешь? Или закинуть? Сомневаюсь. Нет, надо меня рукой прыгать. С кубиком вообще не могу полететь. А вон тот вон кубик не знаешь, как вымазать прыжковый? Чтобы от него отскочить как бы с разбегу. Хотя что это даст? Я изначально так и задумывал, как-то высоковато берет. Разве что, пусти сейчас кубики. Не дотягивает. Сейчас, может, сейчас прокнет.
попробуй свой портал передвинуть красный. А, нет? Погоди. Как-то что-то не. А так ты не распрыгаешься? А я вот не думаю. Ты подумай. Может, надо эту же жидкость на ускорение. А из-за того, что тут нависают ящики, они не долетят. Ну, капли в смысле. Ну, ты понял. Ну, возьми сейчас кубик. Запрыгни на верхний кубик. Что-то тут не то. Я почему-то думал, что он поднимется. Идеи? Полное их отсутствие. Кинь его вниз. Я хочу посмотреть, что с ним будет. Интересно, если сейчас опустить, это раздавится? Попробуй. Что-то мне как-то не хочется его потом снова доставать. Открывай! Ну да, сломался. Дезинтегрироваться. Лом. Клоузенап. Что происходит? Где кубик? Вот он. Это он не очень скользит. Ты его туда не докинешь. Давай я к тебе пойду, может? Попробуй. Мама! Not bad. Слушай. Не знаю. Ну мы слегка забыли стекло. Да я уже просто наркоманил. Но зачем? Потому что могу. Ничего сообразить не могу. Встань на кнопочку там. Чё? На кнопочку там встань. О, вымазался. Шарик можно кубик можно вымазать. Вот этого я не знал. Он до сих пор скачет там. Слушай, может его вымазать, и он сам запрыгнет? А как мы его устанавливать будем? Ну, в руках держать. И хорошо, как нам домизер для того, чтобы его установить? Что? Ну, допустим, его туда закинули, а дальше чё? Ну, через порталы.
что-нибудь через порталы. Close enough. Something, something, something portals. Да что ты делаешь? Воу, он почти туда залетел. Я его поставил. Ну ты его закинул. Почему с порталами делать? Теперь сам туда залей. Добрый день, техподдержка. Вообще, кажется, у меня появилась идея. Излагай. Короче, смотри. Ставим... Один портал стоит здесь. Мой желтый. Второй портал стоит в конце дорожки на разбег. И ты думаешь, что этого хватит? Этот... разбегаешься, пролетаешь, вылетаешь через желтый портал, врезаешься в эту синюю парашу под потолком, и тебя откидывает в лазер. Ну да, но по идее, это должны быть мои порталы. Я должен в это время стоять на кнопке. То есть я не смогу... Кто-то должен стоять на кнопке, иначе у нас порталы исчезнут. Когда второй будет проходить. Получается, тебе нужно попасть сюда, поставить один портал, свалить отсюда, встать на кнопку, поставить второй портал. Угу, как-то так. И я должен свалить отсюда. И побежать, и все сделать, вот. Переправь-ка меня туда, к себе, как-нибудь. Сейчас. Ну я, по идее, сам могу туда пролезть, ладно. Ну, тем более. Присядь. Ладно. А, нет, ты стой на кнопке, я тебе открываю там портал. Так, как бы еще не зафейлить. А, я не выйду оттуда. Ты сейчас можешь выйти. Ну да, мне портал нужен. А, ну давай, я тебе открою портал. Стань на кнопку. На кнопку стань. Открой мне внизу один на один, вон там. Ну, я тебе желтый открыл сверху. Так, а, ну все, даже на кнопку можно не стоять. Так, какой мне тут открывать? Понятия не имею. Открой какой-нибудь. Ага. Я по идее... Я внизу что ли один оставил? А, ну все правильно. Я просто второй не увидел, на голубеньком. А какой я не увидел? Правильно, ты не увидел. На кнопку. Вперед. Жероним. И что нам это дало? Я могу вот так вот поставить его. Да, вот так и поставить. И пока что никуда не дергайся. Ок. Так, и что нам надо, чтобы дальше пройти? Перенаправить? А. Базер в приемник направь. И как, всё? Как ты оттуда выйдешь? Нормально ты оттуда выйдешь? Порталы твои не нужны. Мама. Ну, ставь теперь где-нибудь портал себе. Чё там? Эти разборочные аппараты в еще худшем состоянии, чем другие. Если я больше не увижу вас... Все не зря. Все было не зря. Она доставляет нам много хлопот. Ушло 3 дня, чтобы собрать вас. Сделать это еще раз у меня не получится.
Хотелось бы прогнать вас еще через пару испытаний для закалки, но раз уж я не могу вас восстановить, придется пойти по сокращенной программе. Итак, провозглашаю вас машинами для убийства. Мои поздравления. Ближе я вас подвести не могу. Комната с прототипом находится сразу за этой камерой. Гляди-ка. И куда нам это? Понятия не имею. Повсюду. Вымыл все стены. Я тебя боюсь. Давай не будем обосрать. Так. И что нам это даст? Прыгучесть. О, гляди-ка. Я могу переправить тебе, по идее. Нет, не могу. Я погляжу. Это портальная плоскость. Поворачивает вот эту поверхность. Ну типа ударить надо? Почему? Снизу думаешь? Ну да. Вставай на кнопку. А, я не выйду, наверное, отсюда. Может быть, там была комнатка с двумя параллельными напротив друг друга две плоскости портальные. Ну может, да. Как-то их использовать, я не знаю. Только нахрена. Ну тут везде стены, как их используешь. Справедливо. Но если снизу толкать, тогда надо одному встать туда, а второй, чтобы как-нибудь сверху спрыгнул и отсюда выпрыгнул. Но оба портала тут не откроешь, ага. Да вон еще наверх куда-то можно. Да, я как раз туда смотрю. Типа, может быть, оттуда можно краску как-то выгнать? Как туда забрался? Порталы. Порталы, бро! Братва, братишка! Тут нету никаких портальных плоскостей. Да зачем-то эта комната нужна. Ну, очевидно, здесь можно распрыгаться. Ну, а толку? Я так понимаю, эта комната нужна, чтобы передать кубик внутрь. Вот здесь как-то на малофит здесь синий подпрыгивая установить потом где-то там внутри в основной комнате портал. Не спрашивай меня, как это все работает. Уж чего не знаю, того не знаю. Don't ask why, no one asks why. Why? Это откуда? Ну, Грирыч, который позаимствовал Хануку. А что если я сам вот тут стою? И в чем профита? Прикольно, типа.
А, ну не по лицу. Может, мы можем как-то через двойные порталы перенаправить сюда эту жидкость? Я тоже, блин, подумал. Как-то, наверное. Ого. Какая прелесть. Ну, думай с той стороны как-нибудь. Слушай. А как ты забирался в ту верхнюю комнату? Через комнату с двойными стенами. Ставил портал на одну из них. Я ничего не понял, но сделай это. Ага, ладно. Все разлагал. Пойди через свой портал. Наталья, пойди через свой портал. Да. Портал раз, портал два. А теперь знаешь, что сделай? Нет. Иди через мой портал и встань на кнопку. Встал. Интересно. Вуаля. Частично мы перенаправили. Теперь осталось оттуда ее, по идее, вымазать с той стороны, тоже через твои порталы, видимо. Ты выберешься оттуда? Используя порталы, да. Но потом тебе придется снова встать на кнопку, чтобы она полилась. А, тебе нельзя проходить через это. Да. Может, ты сможешь как-то меня отсюда вытащить? Открой внизу один портал. Не, недостаточно высоко прыгал. Не, здесь не прыгать надо. Здесь надо открыть портал внизу и с той стороны. Портал знаешь, внизу. Что, знаешь, что сейчас делают? Чё? А я не знаю, где было. Я тоже. Зайди в комнату, нажми на кнопку. А какую? Понял. Без руку. Как его достать оттуда? Может быть, нужно как-то намалфить синей жидкостью, чтобы он распрыгался и разбил стекло? Абсолютное безумие. Слушай, это мысль. Я понимаю, мне нужно как-то где-то поставить два портала. Один под... Вот. Или нет? Нет. Типа один портал я ставлю где-то? Вытащи ты меня отсюда. Вытаскивайся. Надо портал 2. А, ну ладно, я могу там что-то частично вытащить. Положим. Да, ты мне нужен. Засунь меня снова в ту комнату. Ты сейчас очень неразборчиво говоришь. Засунь меня вон в ту комнату, опять. Что же делаешь, что же делаешь? Как же быть? Ну иди что ли, встань на кнопку для разнообразия. Я ещё погоди. Сейчас я близок, я знаю. Смотри, вот там поверхность есть. Надо как-то туда перенаправить жидкость. И по идее мы залазим наверх, и дальше что-то происходит.
The fuck you сделал. Нажми на кнопку, попробуй. Нет, не на эту. На эту кнопку. Ты что-то можешь оттуда с порталами смастерить? Да нет, наверное. Нам бы еще один кубик, а? Нам бы еще один кубик. Или хотя бы вообще один. Ой. Привет. Привет. И что нам это дало? Понятия не имею. Подарил нам что-то очень странное. Слушай, а ты можешь сейчас... Я даже не знаю. Красный порток куда-нибудь наверх, например, засунуть. Тупо иди ко мне. Через что мои... сейчас сделал? Да фигню какую-то на самом деле. Ну ладно. Попробуй красный портал вон там открыть. Здесь не про... Нам бы выход отсюда найти. Нормальный. Ладно, теоретически. Мы уже все необходимое вымыли. Теоретически. Ну ладно, я явно могу стрелять от... Ага. Это все, больше ага. Ты никуда стрелять не можешь. Попробуй, что ли, оттуда запрыгнуть как-нибудь. Типа внутрь? Ну, на тут приступочек. Как-то не строго вертикально. А если погоди-ка, у тебя это глупость чистейшей воды. Ну нам, по идее, надо вымазить его все-таки. Ну да. Может быть, как-то попробовать сделать. Ну конечно. Нам надо создать бесконечный цикл жидкости, который, чтобы она не пролилась, а потом пролить ее снизу. Гениально. Ну как ее создать? Короче, ты заходишь в ту комнату, большую, короче. И ставишь портал наверх. Ладно, почти. Почти гениально. Нет. Херня. Нет, я что-то не так сделал. Уже, чтобы я тебя выпустил. Ну ладно. Сам справишься. Ой. Портал улетел. Стену точнее. Чем в Хансе суть была такова? Я не стою на кнопке. На что нам это дает? Ну, идея была в том, чтобы один из этих порталов потом поставить на... Короче, один чувак заходит внутрь, становится на кнопку, второй ставит один из этих порталов под кубиком. Вот. Но ты не сможешь оттуда выйти. Мы держим твои порталы здесь. Да. Значит... Ага.
И как нам это сделать? И тем более, вода, жидкость постоянно теряет энергию. То есть нужно делать очень быстро. И больше похоже на теорию заговора. Смотри. Я тебя сейчас переправлю наверх. Давай. Залезь там. Но. Даже ты ставишь несколько порталов внизу, а я один портал сверху. Но как мне, не проходя через стену, его поставить? Где стена у кнопки? Мне надо как-то перепрыгнуть. Слышь, что? Вот где замалофили синим в большой комнате, поставь два портала. По центру желательно как-нибудь. Подожди. Да что ж ты? Ну, предположим. И вот что-то в этом роде. Все, мои порталы больше не нужны. Но мы все равно не решили проблему, как нам, не проходя через стену. А дальше ты один из своих порталов ставишь на открывшуюся панель. Логично, черт возьми. Подгадай правильный портал. Да они как-то поровну там все. Поставь любой. Они уже не особо-то летают. Ну вот мы долго думали. Я суть половил. Подожди. Я долбанный гений. Да? А, ты хочешь разогнать ее? Да, но у меня не получилось. Ну, мы можем прыгать прямо под этой штукой. И теперь надо все это воспроизвести заново. Yep. Что нам это даст? Нет. Ставишь два горизонтальных портала, я тебя выпускаю. Ну переставляйся. Что ты делаешь? Прекрати. Да нет. Да это плевать, поставь хоть как-нибудь. Это жидкость. Но она будет выливаться абы... Она все равно будет выливаться абы как. Да что ж ты... Вот. Только так, брат, только так. Да, эту кнопку подержи. Дальше, что мы делаем? Без понятия. Ну ты, видимо, выходишь и... Нет, ты заходишь сюда, где я нахожусь, и ставишь один из своих порталов наверх. Погоди, погоди ставить. Угу, добро пожаловать в мой мир. Давай. Попытайся только на дни попасть. И бегом сюда. А я не выйду отсюда? В смысле? Блин. Используй свои порталы, чтобы выйти. Они не нужны больше. Сейчас надо попробовать разогнать. А я, видимо, наступаю на кнопку. А, я обосрался. Бывает. Пойду помоюсь. У нас какое-то очень нетрадиционное решение. Давай, бегом.
Нет, не успех. Нужно для того, чтобы разогнать, нужно успеть поставить оба портала. Бегом. Лови наркомана! А почему ты уверен, что решается оно не так? Нет! Они вымазанные вываливаются. Они жалились над нами. Слава богу. И что нам теперь делать? Я не знаю. Что с ними делать? Ну, теоретически... Передавать мне его как-то. Только что нам это даст, я не совсем понимаю. Дубль 2. Стой! Стой, засранец! Стой! Сейчас он где-нибудь застрянет. Совсем плохо. Давай мыслить логически, зачем он нам? Зажать кнопку. Какую? Чтобы лилась? Кнопку подачи краски. Ну... Ну ладно, да. Ну, ты прав. Точнее, я прав, надо его переправить сюда. А здесь уже через порталы передать. Что я сделал? Успех. Запили там пару порталов, да просто прыгай с ним. И засунь его в эту дырку. Да нет же. Мне нравится. Давай втыкать. Так, а чё, куда мы его? Ну вот, через эту дырку теоретически мне его передай. С ним попрыгай через свои порталы. Как-нибудь. Вот небольшая проблема в виде сетки. Нет, ну ты... Тебе даже портал не нужен, там же все вымазано. А, ну да, точно. О, привет. Привет. Так, сейчас. Стой! Стой, ублюдок! А ты сначала догони. Теоретически тебе его надо отпустить там где-то. Вот я пытаюсь. Он все равно возмущается. Тем от того, что места нету. Да он еще и прыгучий, дофига. Стой! Ну давай, бро. Как муха через стекло. Ну, я же попал. Я ломал стекло.
у тебя получится лучше. Давай попробую. Как мне отсюда выйти? Завис. Ничего не пропускаешь. Блин, он прыгает с таким звуком этого толстого резинового мячика. Угу. И понимаешь, это здоровенный керамический кубик. Мы что-то делаем неправильно. Мы просто кубик достали явно уже не так. Ну, почти, сука. Борт, нам нужен невымазанный кубик. А где мы его возьмем? Нигде. Может, ты там как-то тоже должен прыгать? Я не допрыгиваю никак. Ну, вымазать там. Как? Я пытался. Никаких мыслей. Ну, логично. Вообще, единственная кнопка, до которой можно легко добраться, ну, с кубиком, кнопка, которая переворачивает платформу под раздатчиком кубиков. Я смысла во всем этом не вижу. Или вижу. Чуть-чуть высоты не хватает. Ну-ка. У тебя это получилось? Он же квадратный. Это же как круглая. Не сильный. Пойди пойми его с той стороны. Ну зачем? Попробуй установить на кнопку. И просто ставь на кнопку. Он наверное. Не очень усидчивый. Как бы просто подняться наверх надо. Ну проходи дальше, смотри, что там. Полеубирающая кнопка. Мы можем. Кубик, тебя кубик. Там гости. Я поймал. Забирайся как-нибудь тоже сюда. Только как. Никак. Мило. Сейчас я как-нибудь. Я зафиксирую этот кубик. Ты его не зафиксируешь. Зафиксирую. Impossible Rock. Нажми на кнопку, возьми портал, кубик и нажми на кнопку. Убирающее поле. Сука. Сейчас. Я буду его зафиксировать. Понимал? Да что ж такое? Не надо порталов, просто возьми и честь. Просто наступи. Это дело чести. Все, зафиксировал.
А теперь ставь на кнопку убирающую поле. Ставил. Ага, ничего не давал. О, ну у меня как бы есть идея. Но тогда придется расфиксировать. Это не важно. Знакомься, это кубик. Теперь поставь под моим желтым порталом свой портал, а второй портал поставишь под собой после того, как подпрыгнешь на большой резиновой хрени. Вот. А лучше иди сюда. Постоишь на кнопке просто. У меня есть безумный план. Я не поднимусь сюда. Мне надо повернуть. Кубик-то дай сюда, ты его спалишь. Как ты туда забрался? Кубик дай! Ты же его спалишь. А, ну ладно. Вот, видел, куда я портал ставил? Не особо. Подожди, я тут расследование проведу небольшое. Ладно. Кубик. Кубик. Но ведь нам его никак не зафиксировать. Ведь так? Вот. То есть мы его в принципе не поставим на приемник? Не знаю, наверное, может быть. Потом узнаем. Похоже, я обломался. Или пример. Достал. Что достал? Да я думал, как мне теперь туда попасть. А зачем мне тебе нужно? Тут где-то есть прыгучая точка? Я это скоро отрубаться буду. Хреново. Попробуй распрыгаться, как ты предлагал там слева. А там... Я просрал момент с тем, что там внизу нету панели. Там нужно как-то на кнопке его зафиксировать, чтобы я мог пройти. Да твою мать. Попробуй мне его закинуть. Может, я что-нибудь скажу. Он не хочет. Ну, я почти попал в тебя. Это что, какие-то лазеры? О, полетел к тебе. Знаешь, по идее, если только вместе с ним на ней стоять. И давить им на нее. Иначе никак. А толку тогда с него? Ну. А, или там приемник для кубиков? Приемник для кубиков. Тогда ладно. Нам бы, по идее, тебя сюда запихнуть как-то. Работаю над этим. Не очень успешно. Что-то изменилось? Да нет. Мне бы где-нибудь у тебя поставить портал. Ну да. Ты не можешь вот этот вот энергетическое поле отключить? Сейчас, блин.
Не включает. Разве что не отключается? Да. Запихнуть тебя сюда. По-хорошему как бы разукрасить бы вот это место. Хотя бы еще парой капель. Я бы запрыгнул, я думаю. Давай попробуем. О, кубик выбрался. А это новый, наверное. Как-то не надо. Как-то да. И кубик. Ты бы назад бежал? Ну, неплохо. Есть. Кубик. Сейчас смотри. Можно перегородить им лазер, чтобы он там вот эту платформу опустил. Да, типа того. Ну как туда забраться? Портала. Там же сбоку от него портал. Ну, предположим. А дальше что? А дальше мы просто должны как-то... Спрыгиваешь? Нет, да. Это я понял. А вот как зафиксировать его там? Потому что если ты ставишь, там опускается мостик. Или нет? Ну, предположим. А, здесь есть стоять. А зачем кнопка нужна? Какая кнопка? Ну там кнопка где-то есть за барьером. Может, нормальные кубики выдают? Мне кажется, родил. А! Темно-синий портал напротив барьера. Это вот тебе это надо ставить. Иначе я не заберусь наверное. Ты что? Вот да. А теперь прыгай вниз. И держи кубик. Загораживай. А, ну да. Какого хрена? Нет. Меня сбросило вниз. Все, встал. А, нет, это краска. Какая краска? Это вода! Можно кубик помыть! Вау. И как нам его туда запихнуть? Через порталы? Оттуда выпихнуть воду? Так. Погоди. Все, помыто. Почистил. Ну и теоретически. А, надо опять перегораживать. Ладно, сбросить надо будет. А зачем нам вообще кубик? А, чтобы выйти теоретически, да? Ну да, и чтобы перегородить. Так, подожди, да, я соображу. Тут какой-то очень хитрый план у меня созревает. Очень-очень хитрый. Очень хитрый. Типа вот такого вот. Нет, это я. А, ты уже на самом верху. Мне бы туда еще подняться. Вот-вот. Ну, я, кажется, придумал. А, я понял. Поставь, перегороди кубиком. Да-да, я так и хотел знать. А вот теперь... куда ты его дел? Он за тобой. Я не тот портал поставил.
все отлично сработало. Бля! А, ну все, я понял. Все, ставь, перегораживай кубиком. Я понял. А зачем? Я поставлю потом под него желтый, и он вывалится ровно в приемник. А ты сейчас не долетишь? Ну я-то долечу. Ну так я скину его вниз, и мы выходим. Ты наверху. Что ты делаешь? А, ты наверху, все, я понял. Комната с прототипом находится сразу за этим залом. Помните, вы машины. Она выключила свет. Ночное видение. Ну все, я бы, пожалуй. Ночная Жень. Она снова включила свет. Ну ладно. Выключить ночное видение. Это надо бы пройти как-то. Вот. Куда мы вообще идем? Без понятия. Это глупо сделал. Или нет? Ну я типа наверху. Где именно? Ну вон он я. Ты меня видишь по правую сторону. По правую сторону чего? Вот первый полет. Я не знаю, нахрена я сюда забрался, если честно. Хотя нет, примерно представляю. Ну да, нам, наверное, в дверь надо. Ну вот, нам нужно, чтобы... Или я поставлю. Но где именно? Второй портал. Вот тут. А теперь где? Что? Мне подняться. А, да, да, просто. Но я, она уже есть. Великолепно. Теперь умираем. Великолепно. Думаю, чтобы поднять боевой дух, нам нужно кодовое имя для нашего элитного отряда. Мы назовем его по вашей специальности. Вот так. Спецотряд, падающий в кислоту. На этом свою пламенную речь заканчиваю. Взять ее. Боже мой. Это птица. Бегите. У меня нет плана на этот случай. Отмена. Забудьте, чему вас учили. Бегите. Что вы делаете? Почему вы не бежите? Назад. Она у панели управления. Вы не машины для убийства. Я солгала. Бегите. Отход. Отмена операции. Отход. Я предупреждала. Отмена операции. Отступайте. О боже. Мы проиграли, все кончено. Ох, еле пронесло. Хорошая работа, убийцы. Знаете, пока мы гоняли эту птицу, я усвоила важный... О боже, она вынашивает армию клонов. Давите их, давите, топчите их и... Стоп. У меня есть идея получше. Добро пожаловать в лабораторию яйцехранения и прогрева. Вас бросили,
Потому что вы бесполезны. Вы бесполезные, никому не нужные птицы с толстыми клювами. Честно сказать, я удивлена, что вам удалось втиснуть такие огромные клювы в крохотные яйца. Да, я к тебе обращаюсь, мистер Толстоклюв. Ах ты, слюнтяй. Ой. Беда, беда. Не слюнтяй. Правда. Поглядите на эти холодные птичьи глаза, на эти когти, на острые клювы. Вы маленькие машины для убийства, верно? Да. Спите спокойно, маленькие убийцы. Завтра мамочка устроит вам праздник. С тортиком. Cake is a lie.